Здравствуйте, уважаемые студенты! Значит, сегодня мы короткую лекцию проведем. Я сегодня должна уйти поставить прививку, в конце концов. Значит, на этой доске будем писать. Значит, мы с вами не закончили пример, который рассматривали в конце прошлой лекции. Мы рассмотрели пункт 1. Пункт 2. И вот остался у нас рассмотреть пункт 3. То есть я хочу доказать, что при любом параметре альфа строго меньшем единицы и любом параметре бета наш несобственный интеграл является расходящимся. Сделайте так, чтобы доска была поближе. А? Нормально, да, картинка? Ну, хорошо. Так. Значит, рассматриваем третий случай, когда альфа строго меньше единицы. То есть я представляю альфа в виде единица минус 2 каких-то дельта, дельта положительное число. То есть вот это вот показывает, что альфа, ну, просто меньше единицы. Значит, тогда нашу подинтегральную функцию единицы на х степени альфа, логарифм степени бета, я могу представить как произведение двух функций. Единица делить на х степени единица минус дельта. Это основная наша часть. И х степени дельта делить на логарифм в степени бета х. Значит, первую функцию обозначила f от х, вторую функцию g от х. Ну вот понятно, что функция g от х при х, стремящемся к плюс бесконечности, для любого бета, стремится к плюс бесконечности. Поэтому существует точка х0, строго большая 2, такая, что для всех х, начиная с этой точки, выполняется g от х больше либо равно единице. Ну, а дальше все очень просто. Интеграл, значит, от 2 до х0, это просто определенный интеграл, он не имеет особенности, я его отбросила. Рассматриваю интеграл от х0 до плюс бесконечности. Значит, здесь все опять у нас положительно. Значит, поскольку у нас g от х больше либо равно единице, то для этих интегралов выполняется вот такое неравенство. Вот такое неравенство. Про этот интеграл, уже модельный интеграл, мы знаем, да, что данный интеграл является расходящимся. Тогда по признаку сравнения и наш основной интеграл является расходящимся. Таким образом, мы доказали третий случай. То есть, если альфа у нас меньше единицы, то для любого значения параметра бета интеграл наш несобственный будет расходиться. Значит, это вот этот пример, который я не успела рассказать на прошлой лекции, конец его. Ну, теперь параграф 4, критерий Каши. Параграф 4, критерий Каши. Критерий Каши. Вот. Теорема, ну, которая, собственно, и является критерием Каши. Критерием Каши. Так, запишу символ у меня, да? Значит, несобственный интеграл от А до Б f от x dx сходится в том и только в том случае, если выполняется условие для любого наперед заданного положительного эпсилон, существует положительная же дельта, существует дельта, зависящая от эпсилон, ну, положительная, да, такое, что для любых точек кси штрих, кси 2 штриха, принадлежащих интервалу от b минус дельта до b, вот этому интервалу, выполняется
выполняется. Значит, модуль интеграла от кси-штрих до кси-2 штриха f от x dx меньше эпсилон. Иногда это условие еще пишут вот так вот. Иногда это условие пишут вот так вот. Значит, для любого эпсилон больше нуля существует дельта, зависящая от эпсилон, такое, что для любых точек кси-штрих, кси-2 штриха, принадлежащих интервалу, да, дельта, давайте вот так напишем, принадлежит интервалу АВ, такое, что для любых кси-штрих, кси-2 штриха, принадлежащих интервалу от дельта до В, выполняется интеграл от кси-штрих до кси-2 штриха f от x dx по модулю меньше эпсилон. Иногда пишут вот так вот, иногда пишут вот так. Понятно, что это равносильно. Понятно, что это равносильно. Вот. Значит, ну давайте докажем. Давайте докажем. Буду доказывать вот в этом виде. Буду доказывать вот в этом виде. Доказательство. Можно доказать и в этом виде. Собственно, обратите внимание, что это очень похоже на условия критерия Кауши для функций, имеющих предел в точке, или там предел слева, или на бесконечности, да, имеющих конечный предел. Очень похоже на условия. Поэтому я и буду писать условия Кауши. Условия Кауши, я буду писать условия Кауши, значит, как раз вот, ну, например, для этого, да? Итак, значит, интеграл от А до Б f от x dx сходится тогда и только тогда, когда существует предел при си, стремящемся b минус 0, интеграла от а до кси f от x dx, значит, это предел при кси, стремящемся к b минус 0 функции, мы ее обозначали g от кси, да, равен а, ну, действительное число, да, то есть существует и конечен предел. Тогда и только тогда. Когда вот у этой функции, вот она, существует и конечен предел. А когда существует предел у функции? А это равносильно тому, что для любого эпсилон больше нуля существует дельта, зависящая от эпсилон, принадлежащая интервалу АВ, такая, что для любых точек кси-штрих, кси-2 штриха, принадлежащих интервалу от дельта до В, выполняется в левой дельта окрестности точки В. Модуль G от кси штрих минус G от кси 2 штриха меньше эпсилон. Это условие критерия Кауши. Существование конечного предела в точке В слева. В точке В слева. Ну, а это вот что у нас такое, используя вот это обозначение? А это в точности модуль интеграла от кси штрих до кси 2 штриха f от x dx меньше эпсилон. Ну, а в это в точности вот это условие. То есть критерий Кауши
условия. Можно написать вот так вот, как я написала вот здесь. Можно писать вот так вот. Роли не играет. Роли не играет. Как вы напишете условия? Значит, вот у нас доказательство. То есть доказательство критерия Кауши сходимости несобственного интеграла полностью базируется на критерии Кауши, условия на критерии Кауши существования конечного предела функции. В точке, на бесконечности, слева, справа в точке существования конечного предела. А уж где он существует, это другой вопрос. Ну и вот давайте напишем, вот здесь сначала я напишу отрицание условия Кауши. Значит, на той доске, на третьей буду писать отрицание условия Кауши. А дальше, используя отрицание, мы с вами решим примерчик. Итак, давайте напишем отрицание условия Кауши. Вот звездочки буду писать, звездочка. Отрицание. Отрицание. Значит, итак, существует положительное число эпсилон такое, что для любого дельта, принадлежащего интервалу АВ, такого, для любого, значит, найдется эпсилон такое, что для любого дельта найдутся точки кси-штрих дельта, кси-два штриха дельта, они зависят от дельта, принадлежащие дельта интервалу дельта b, и такие, что модуль интеграла от кси-штрих до кси-два штриха f от x dx будет больше либо равен эпсилон 0. Больше либо равен эпсилон 0. Это отрицание условия критерия Кауши. Значит, вот сейчас мы рассмотрим еще один модельный интеграл. Значит, все эти примеры, которые я вам здесь привожу на лекции, это примеры модельных интегралов, которые позволяют нам говорить о сходимости, о расходимости несобственных интегралов, там признаки сравнения и так далее. Значит, итак, пример. Опять интеграл зависящий. Тем более, что вот следующей весной вы будете изучать интегралы, несобственные интегралы, зависящие от параметров, и там уже сходимость при каждом фиксированном значении параметра предполагается, что вы на щелчок определяете. То есть вы уже знаете, что при каждом фиксированном значении параметра там несобственный интеграл является сходящимся. Итак, опять я рассматриваю функцию f от альфа. Это интеграл от единицы до плюс бесконечности синус квадрат x делить на x степени альфа dx. Вот. Обратите внимание, что подинтегральная функция вся положительная. Положительная. Она принимает положительное значение. Ну, не отрицательное. Не отрицательное. Потому что синус у нас там обращается в ноль, да, на каких-то этих. То есть подинтегральная функция больше либо равна нуля на вот этом промежутке. Давайте я напишу, что f от x равное синус квадрат x, деленное на x степени альфа, больше либо равна нулю, при x больше либо равна единице. Итак, берем первый возможный случай. Альфа строго больше единицы. Тогда f от x меньше либо равен единица делить на x в степени альфа. То есть, интеграл от единицы до плюс бесконечности dx делить на x в степени альфа сходится, следовательно, f от альфа у нас сходится, это признак сравнения,
f от альфа сходится, потому что у нас вот, да, неравенство. Вот оно неравенство при альфа строго большем единице. При альфа строго большем единице. Рассмотрим второй случай. Второй случай. Альфа меньше либо равно единице. И вот теперь я докажу расходимость интеграла, используя отрицание условия критерия Кауши. Значит, для любого дельта большего единицы найдется n такое, что πn строго больше дельта. Строго больше дельта. И найдутся точки кси-штрих равное πn, кси-два штриха равное 2πn такие, что интеграл от πn до 2πn синус квадрат x, деленное на x степени альфа, больше либо равен. Поскольку у меня альфа меньше либо равно единице, интеграл от πn до 2πn синус квадрат x, деленное на x. То есть я здесь поставила самую большую степень x. От этого интеграл только уменьшается. От этого интеграл только уменьшается. Так, дальше смотрим, что у нас происходит. Значит, это больше либо равно. Теперь x я заменяю самым тяжелым значением. Единица, деленная на 2πn, интеграл от πn до 2πn. А синус квадрат, понижаю степень, это единица минус косинус 2x, деленная на 2. Но значение этого интеграла, да, косинус у нас занулится, потому что первообразная синус 2х пополам в точках и здесь синус 0. Значит, только от этого равняется единица, деленная на 2πn, умноженная, а этот интеграл равен πn пополам. То есть это число 1 четвертая. Ну, давайте я напишу, что 1 четвертая больше 1 восьмой, и это эпсилон 0. Итак, существует эпсилон 0, равная 1 восьмой, такая, что для любого дельта большего единицы найдутся точки кси-штрих и кси-два штриха большие дельта. Они зависят от дельта, потому что от дельта мы дельта n выбираем так, чтобы πn было больше дельта. И такие, ну я модуль не пишу, потому что тут положительно. Значит, интеграл от кси-штрих до кси-два штриха f от x dx строго больше эпсилон 0. Вот. Значит, отсюда мы делаем вывод, что f от альфа расходится при альфа меньше либо равном единице. F от альфа расходится при альфа меньше либо равном единице. Значит, ну вот этот пример еще показывает, как критерий Кауши позволяет доказать расходимость несобственного интеграла. Собственно, сходимость-то, конечно, трудно, а вот расходимость несобственного интеграла довольно легко. Значит, сейчас я вытру доску, и мы начнем следующий параграф. Пока это самое. Я вытираю ее. И мы начнем следующий параграф. Параграф 5. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. Параграф 5. Абсолютная. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов.
собственных интегралов. Ну-ка, давайте посмотрим вот такой сначала вопрос. Вот смотрите, когда мы говорим о несобственном интеграле от А до Б, f от x dx, то что мы требовали от функции f? А от функции f мы требовали, что для любого кси, принадлежащего интегралу от А, принадлежащего интервалу от А до Б, да, для любого кси, ну или вот, вот так вот, да, для любого кси, f интегрируемо на отрезке А кси. Так, да? Значит, мы предполагали, что вот при каждом таком кси функция f интегрируема. Функция f интегрируема на этом отрезке. А отсюда следует, что модуль f интегрируема на каждом отрезочке А кси. Да? Вот для интеграла Риммана у нас было вот такое условие. Если f интегрируемо, то и модуль интегрируем на этой функции, на этом интервале. Поэтому мы можем говорить об интеграле несобственном от А до Б модуль f от x dx. Модуль f от x dx. Вот. Ну и вот мы теперь посмотрим, как связаны между собой сходимости вот этих интегралов. Итак, определение. Определение. Интеграл, ну не собственный, конечно, от А до Б, f от x, dx, называется абсолютно сходящимся если интеграл от А до Б модуль f от x dx сходится. Ну, давайте напишем небольшое предложение. Давайте напишем большое предложение. Понятно, что... Да, непонятно, но мы сейчас докажем, что если несобственный интеграл является абсолютно сходящимся, то он и сам является сходящимся. Ну, посмотрите. На самом деле, что у нас получается? Для любых точек кси-штрих, кси-два штриха, принадлежащих интервалу АВ, модуль интеграла от кси-штрих до кси-два штриха f от x dx меньше либо равен. То есть, смотрите, это обычный интеграл Риммана, да? Обычный интеграл Риммана. Функция f интегрируема, следовательно, функция модуля f интегрируема. И там справедливое неравенство. Интеграл от кси штрих до кси два штриха модуль f от x dx. Ну, а дальше все очень просто. Смотрите. Сходимость интеграла от А до Б модуль f от x dx эквивалентно, да, условию. Какому условию? Пишем условие Коши. Тут напишу критерий Коши. Для любого наперед заданного положительного эпсилон найдется дельта, зависящая от эпсилон, принадлежащая интервалу АВ, такое, что для любых точек кси-штрих, кси-два штриха, принадлежащих интервалу от дельта до Б, выполняется.
выполняется. Интеграл от кси-штрих до кси-2 штриха, модуль f от x, dx, меньше эпсилон. Ну, я не пишу здесь модуль, потому что предполагаю, что это больше этого, да? Поэтому модуль можно не писать, предполагаю, что кси-штрих, ну, кси-штрих меньше кси-2 штриха. Берем любые точки, которые вот этим неравенством. Ну, а отсюда и вот этого модульного неравенства, да? Так, значит, отсюда следует, что интеграл от А до Б f от x dx сходится. А отсюда следует, что интеграл вот отсюда и отсюда следует сходимость интеграла. Сходимость интеграла. Вот. То есть, из того, что интеграл от А до Б модуль f от x dx сходится, следует, что интеграл от А до Б f от x dx также является сходящимся. Ребят, вспомните, что вообще говоря, у нас в интеграле Римана вот этого следствия не было, да? Вот этого следствия не было. И это было слабое место теории интеграла Римана. А вот для несобственных интегралов это выполняется. Для несобственных интегралов это выполняется. Так, ну дальше продолжим определение. Определение. Еще одно определение. Значит, что происходит, если нет абсолютной сходимости? Если интеграл от А до Б, модуль f от x dx расходится, а интеграл от А до Б f от x dx сходится, то интеграл от А до Б f от x dx называют условно сходящимся. Условно сходящимся. Значит, из того, что интеграл от модуля расходится, еще ничего не следует, да? Несобственный интеграл может сходиться, а может расходиться. Так вот, если он сходится, то такой несобственный интеграл называется условно сходящимся. Условно сходящимся. Ну вот, теперь мы рассмотрим с вами пример. Пример. Так. Значит, функция f от альфа. Опять интеграл, зависящий от параметра. Функция f от альфа. Интеграл от единицы до плюс бесконечности. Синус x делить на x в степени альфа dx. Вместо синуса x может стоять косинус x. Рассуждения будут совершенно одинаковые. Что синус, что косинус x, рассуждения одинаковые. Вот. Ну, давайте, вот обратите внимание, что здесь уже подинтегральная функция не является знакоопределенной. Синус принимает и отрицательные, и положительные значения. Значит, вот здесь знака неопределенная функция, поэтому
признаком сравнения мы никаким образом пользоваться не можем для самой функции, а вот для ее модуля можем. Значит, первый случай. Альфа строго больше единицы. Тогда, ну давайте я вот это обозначу. Интеграл от единицы до плюс бесконечности f от x dx. Чтобы не переписывать вот это все время. Значит, тогда модуль f от x, это уже положительная функция, меньше либо равен единица делить на x в степени альфа. Интеграл от единицы до плюс бесконечности dx делить на x в степени альфа сходится. Следовательно, перехожу на эту доску. Пусть там краешек немножечко им виднеется. Следовательно, что мы отсюда делаем? Вывод. F от альфа сходится абсолютно при альфа строго больших единиц. Давайте докажем, мы же тут сделали, смотрите, неравенство, да? А может, мы сильно отхватили? Может, еще при каких-то альфа меньших единицах есть расходимость? Значит, мы покажем. Второе. Ноль меньше альфа, меньше либо равно единице. Покажем, что здесь нет абсолютной сходимости. Значит, вот при таких значениях альфа модуль f от x больше либо равен, то есть модуль синуса делить на x в степени альфа, синус в квадрате x делить на x в степени альфа. Понятно это неравенство? Здесь стоит модуль синуса x, здесь стоит синус квадрат. Причем модуль синуса меньше либо равен единице. Понятно, что квадрат этих чисел будет меньше, чем сами числа. Вот. Дальше пишем интеграл от единицы до плюс бесконечности синус квадрат x делить на x в степени альфа dx расходится при альфа меньше либо равном единице больше нуля. Расходится. Это мы с вами уже пример рассмотрели, да? Этот пример рассмотрели. Вот. Расходится. Следовательно, мы с вами доказали, что f от альфа сходится абсолютно. Пункты 1 и 2. Пункты 1 и 2 поставили точку в абсолютной сходимости. Ну, давайте рассмотрим теперь третий случай. То есть абсолютная сходимость при альфа строго больше единицы. А может, при альфа меньших единицы у нас есть условная сходимость? Теперь исследуем условную сходимость. Берем 0 меньше альфа меньше единицы. 0 меньше альфа меньше либо равно единице. То есть здесь мы уже единицу с вами включаем. Что-то застопорило меня. Здесь мы единицу с вами включаем. И я рассматриваю наш интеграл, беру его по частям. То есть Что? Второй случай модуль стоит. Интеграл от модуля расходится. Положительные функции. Здесь модуль, здесь положительная функция, признак сравнения. Интеграл от модуля расходится. Но не от самой функции f. Значит, там, а я уже отмечала, да, что вот может быть, вот посмотрите на эту доску. Интеграл от модуля расходится, а сам интеграл
продолжает, является сходящимся. Вот это мы сейчас и покажем, что при альфа от нуля до единицы включительно есть условная сходимость. Значит, вот мы сейчас с вами начнем. Сначала покажем, что сходится, а потом при альфа меньше либо равных нуля есть расходимость. Вот. Ну вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Итак, я рассматриваю интеграл от единицы до плюс бесконечности. Синус х делить на х в степени альфа dx. И беру его по частям. В качестве u беру функцию синус х. Нет, не ту беру. Лучше вот так взять. Единица на х в степени альфа. Тогда, так, чтобы мне, а да, должно быть альфа плюс один, да? Угу. Так, dv тогда то, что осталось, синус х. Так, сейчас, подождите. Минус альфа, минус один, да, дифференцируем. Синус х dx. ДУ это будет минус альфа х в степени единица плюс альфа, да? Минус альфа минус один. Альфа dх. Ну и v равняется минус косинус х. Равняется. Значит, что здесь у нас будет? Минус косинус х делить на х степени альфа, по х в пределах от единицы до плюс бесконечности, минус, минус, и еще минус, минус альфа, интеграл от единицы до плюс бесконечности, косинус х делить на х степени единица плюс альфа. Равняется. Давайте здесь напишу. Равняется. Значит, что там у нас будет? Значит, посмотрите. На бесконечности косинус х функция ограниченная. Единица делить на х степени альфа. Альфа строго больше единицы. Стремится к нулю при х стремящемся к плюс бесконечности. Поэтому здесь у нас остается только косинус единицы. Косинус единица минус альфа интеграл от единицы до плюс бесконечности, косинус х делить на х степени альфа плюс 1 dx. И посмотрите, по пунктам 1 и 2 мы доказали, что вот этот интеграл является абсолютно сходящимся. Смотрите, показатель строго больше единицы х, а следовательно, он является сходящимся. Этот сходится, это просто число, отсюда следует, что f от альфа сходится при альфа больше нуля, меньше либо равном единице. Для того, чтобы закончить доказательство, мы должны показать, что при альфа больше либо равном нуля сходимости нет. Итак, четвертый пункт. То есть мы должны доказать, что если альфа 0 или альфа отрицательная, уже сходимости у нас не будет. Уже сходимости у нас не будет. Итак, так, давайте посмотрим. Ну, где бы мне написать? Ну, давайте вот здесь в начале примера буду писать. Вот здесь сотру. И буду там писать. Итак, четвертый пункт. Альфа меньше либо равно нуля. Ну и как в предыдущем примере, для доказательства расходимости я буду использовать как раз условия критерия Кауши. Итак, четвертый пункт. Альфа меньше либо равно нуля. Для любого дельта большего единицы найдется n такое, что 2πn больше дельта.
точестве, качестве точки кси-штрих я беру пи на 6 плюс 2πn. В качестве точки кси-2 штриха я беру 5π, деленное на 6, плюс 2πn. Пи на 6. Зачем я такие точки беру? Синус х больше либо равен 1/2 при x, принадлежащем отрезку кси штрих, кси 2 штриха. Ну вот я начинаю делать оценку. Значит, модуль не пишу, потому что на этом отрезочке все положительно. Итак, пишу. Интеграл от кси штрих до кси 2 штриха синус x делить на x в степени альфа больше либо равно. Синус x у нас больше либо равен 1/2. А единица на x в степени альфа больше либо равна единице, да? Потому что при альфа равном нулю это просто единица, а при альфа отрицательном x ушел сюда, он больше единицы. Значит, больше, ну давайте напишу умноженное на единицу, интеграл от кси штрих до кси 2 штриха dx. Ну а этот интеграл что означает? Кси 2 штриха минус кси штрих это 4π на 6, 2/3π. 1/2 умноженное на единицу на 2/3π, равное π на 3, оно больше, чем π на 6, равное эпсилон 0. Вот смотрите, найдется эпсилон 0, равное π на 6, такое, что для любого дельта большего единицы найдутся точки кси штрих, кси 2 штриха, вот такие вот, потому что n мы подбираем так, чтобы 2πn было больше дельта. И тогда наш интеграл, я модуль не пишу, потому что у меня здесь все положительно, этот интеграл больше либо равен синус x больше либо равен 1/2, единица на x в степени альфа больше либо равна единице, остается вот этот интеграл, то есть вот этот интеграл больше эпсилон 0. По отрицанию условия Кауши, значит, у нас f от альфа расходится при альфа меньше либо равном нулю. Итог. F от альфа сходится абсолютно при альфа больше либо равном единице. F от альфа сходится условно при 0 строго меньше альфа меньше либо равном единице. Оп. Вот так вот. И третий, это пункты 3, 4. И последнее, F от альфа расходится при альфа меньше либо равном нуля. Пункт 4. Вот мы полностью закончили. Ребята, почему я сначала делала пункт 1 и 2, 3 и 4? Почему я делала эти пункты? Потому что я применяла какие-то оценки. А может, я применяла грубые оценки, а есть более тонкие оценки, которые позволят, например, доказать абсолютную сходимость при альфа меньшем либо равном единице. Понимаете, да? Я применяла оценку синус х делить на х степени альфа меньше либо равен по модулю единице на х степени альфа. А может, было можно что-то другое применить, да? Ну, трудно придумать, но тем не менее. Оценка сверху идет. И для того, чтобы доказать, что расходимость вот здесь есть абсолютная, я применила теперь оценку снизу.
применила оценку снизу и показала, что уже при этих значениях абсолютной сходимости нет. Итог, окончательно говорю, что сходится абсолютно при альфа больше единицы. Ну и аналогично условная сходимость. Для доказательства вот условной сходимости, абсолютной сходимости, сходимости, есть еще один метод исследования несобственных интегралов. Это так называемый метод выделения главной части. То есть из функции выделяется та часть, которая отвечает за ее поведение. Вот этот метод я сформулирую в виде предложения. Сейчас я вытру вот здесь доску и будем на первой доске писать. Значит, справедливо вот такое предложение. Ну, собственно, это предложение лежит в основе метода выделения главной части. Предложение. Предложение. Если интеграл от А до Б G от X dx сходится абсолютно, абсолютно то интегралы от А до Б f от x dx и интеграл от А до Б f от x плюс g от x dx ведут себя одинаково. То вот эти два интеграла ведут себя одинаково. То есть, смотрите, у нас есть здесь какая-то функция h от x. Я эту функцию h от x разбила на две, на сумму двух. И говорю, что вот от этой функции интеграл сходится абсолютно. Так вот эта вот часть отвечает за поведение интеграла от функции h от x. Давайте докажем. Я докажу только абсолютную сходимость, условная сходимость, расходимость доказывается аналогично. Доказательство. Доказательство. Значит, абсолютную сходимость. В случае абсолютной сходимости. Абсолютная сходимость. Интеграл от А до Б, модуль f от x dx сходится. Тогда в силу вот этого неравенства модуль f от x плюс g от x меньше либо равно модуль f от x плюс модуль g от x в силу этого неравенства и в силу того, что функция интеграл от модуль g от x и интеграл от модуль f от x сходятся абсолютно, да? Сходятся. То есть интегралы от функции f и g сходятся абсолютно. Отсюда следует, что интеграл от а до b модуль f от x плюс g от x dx сходится. То есть интеграл от суммы функций тоже сходится абсолютно. Наоборот, в обратную сторону. Интеграл от А до Б модуль f от x плюс g от x dx сходится. Тогда
Я функцию f от x могу представить как f от x плюс g от x минус функция g от x. Согласились, да? Отсюда. Модуль f от x меньше либо равен. Модуль f от x плюс g от x плюс модуль g от x. Интеграл от этой функции сходится, интеграл от этой функции сходится. Следовательно, по признаку сравнения, сходится интеграл от этой функции. Отсюда следует, что интеграл от а до б модуля f от x сходится. Вот что значит ведут себя одинаково. Сходится абсолютно интеграл от функции f, сходится абсолютно интеграл от суммы функций f и g. Сходится абсолютно интеграл от суммы функций f и g, сходится абсолютно интеграл от модуля, от функции f. Значит, вот таким образом, используя вот это предложение, мы сейчас с вами решим пример. Итак, пример. Пример. Пусть они на ту доску посмотрят пока вот на первую, а я вторую пока вытру. А, dx просто не написала. dx не дописала. Итак, пример. Рассматриваем вот такую хитрую функцию. Так, а интеграл я там смотрела от единицы. Так, ребята, тогда с этого примера я начну в следующий раз, потому что, извините, но прививку никак не могу поставить. Поэтому на сегодня спасибо за внимание. Лекция наша закончена. Ну, а в следующий раз мы тогда начнем с этого примера и, собственно, закончим тему несобственные интегралы. Все, спасибо!